Кабалев поддерживает возобновление закупки газа у России. Российская Федерация продает Украине газ дешевле, чем Европа, и не покупать его, по мнению Кабалева, это фактически выстрел себе в ногу. Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Кабалев считает, что закупка российского газа выгодна с точки зрения коммерческой логики, поскольку суд установил цену закупки газа ниже европейской. Об этом он заявил в эфире 5 канала. По мнению Кабалева, не выполнять решение Стокгольмского арбитража по контракту с «Газпромом» – это выстрел себе в ногу. «Мы полностью аннулировали 56 миллиардов долларов. Это аннулирование было не просто так, потому что суд считает, что в будущем контракт существует и половина импортных потребностей. Это как раз тот баланс между Россией и Европой, линию которого провел суд. К тому же, он пошел нам навстречу, установив цену ниже европейской. Соответственно, не выполнять такого решения с точки зрения коммерческой логики – это фактически выстрел себе в ногу», – отметил Кабалев. Он пояснил, что сейчас Украине необходимо закупать 10 миллиардов кубометров газа в год. При этом по решению трибунала минимальный объем закупки российского газа не должен превышать половину годовой потребности Украины. Что касается наших обязательств, минимальный объем, который мы должны отобрать по новому контракту, это 4 миллиардов кубометров. Цена, как на 4, так и на 5 МЛРД кубометров, является ниже той цены, которую мы получаем с европейского направления. С точки зрения коммерческой логики, как исполнение решения трибунала, оно является обязательным, также и получение более дешевого ресурса газа, о котором так часто у нас говорят и требуют. Это решение приобретения является как логическим, так и обязательным, заявил Кабалев. Глава НАК «Нафтогаз Украины» при этом сообщил, что цена газа для населения может уменьшиться, если государство будет увеличивать собственную добычу. Напомним, НАК «Нафтогаз Украины» с конца 2015 года не поставлял газ из России. Согласно решению Стокгольмского арбитража, Украина должна возобновить поставки минимальных объемов газа из России в соответствии с положением контракта «бери или плати». Ранее Кабалев заявил, что увеличение газодобычи в Украине, которое уже начало происходить, поможет снизить цену на газ для населения. По материалам сайта newsgro.com.